Добрый день, уважаемые гости канала «Уральский завод бытовых изделий». Представляем вашему вниманию процесс приготовления свиных ребер на коптильне «Аромат». Для приготовления нам понадобится 1 кг свиных ребер, 2 столовых ложки горчицы, 1 столовая ложка меда, пол чайных ложки соли и щепотку смеси перцев. Перемешиваем все ингредиенты и добавляем ребра в маринад на 3 часа. Далее распределяем продукт равномерно по ярусам. На дно коптильни добавляем вымоченную щепу. Устанавливаем кассету в бак и можно приступать к готовке. Работает коптильня от нагрева обычной кухонной плиты, а дым уходит прямо на улицу через трубку. Все необходимое идет в комплекте, ничего дополнительно докупать не нужно. Готовим при температуре 80 градусов 20-40 минут. Всем приятного аппетита!